лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Когда угодно было Богу, чтобы ради жизнь бедняков, ты пролагал себе дорогу терпением тяжким и трудом. То будь покорен, терпи, неутомим и молчалив, на помощь свыше уповай. Твой хлеб, то не ропщи, жена подробна, на Бога всячески судеб. Пред ним смиренно преклонись, святою верой оградись, и ею дух свой наполняй, и никогда не унывай. Божественная благость тебя за доблесть наградит, подаст тебе здоровье, сладость, богатством, счастьем одарит, смирением кротким оградясь, и к Богу сердцем обратясь, ему в щедротах подражай. И никогда Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях группа «Атриум». Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Сколько мы с вами не виделись уже? Где-то полгода, наверное. Полгода? Уже и забыли все. Ну, вас в этот раз пришло побольше, чем в прошлый раз. Вы что, растете или у вас от чего? Растем, в следующий раз еще больше придет. Я тоже тогда буду собирать группу. Хорошо. Дело в том, что в прошлый раз мы пришли вдвоем, такой первый заход познакомиться, но
И захотелось показать всю нашу группу основную, помимо тех людей, которые вот сейчас будут выступать. Есть еще двое, но мы пока вот по двое на расстоянии у нас, плюс два. Поэтому я даже не шучу, а правда говорю, что в следующий раз могут прийти еще скрипачка и флейтист, может быть, еще клавишник и так далее, по нарастающей. У вас песня, которую мы прослушали, она называется «Не унывай», да? Вы с нее начинаете концерты или как? Или она в какой-то момент появляется? Вот? Мы обычно просим перед песней подпевать два слова «Не унывай». Там вот так. «Не унывай». Так что все, кто был с нами у экранов телевизоров во время этой песни, могут тоже. Песня очень интересная в том плане, что написал ее святитель Иннокентий Херсонский. Текст. Точнее, песни. Не песню написал, да. Вот текст, стихи мы взяли. Конечно, не знаем, как сам святитель относится к этому и отнесется. Вот. Но, в общем-то, людям очень нравится, и там глубокий христианский смысл. И вот мне даже наш барабанщик рассказывал, что его друг подошел к нему, прослушав эту песню, и сказал, что он даже заплакал, прослезился. Такая веселая песня, а друг заплакал. Да, но песня... От радости. Да, как-то она... Пробило. Проходит, пронимает. А как вы думаете, как вот старшее поколение это воспримет? Вообще, какая реакция старшего поколения? Потому что нашу передачу пожилой возраст смотрит. Как вы думаете? Или отец у вас Анатолий, опыт не был? Знаю. Вот вы наш такой... А вы что, у бабушек не выступали никогда? Выступаем. Мы часто выступаем не только в детских домах, как обычно, и тюрьмах. Но также и в домах престарелых у нас были концерты. Но это не такие частые, мне кажется, концерты. Ну, они вот там как хлопали, как-то... Конечно. Понимаете, о чем речь-то? Да, конечно, все я вспоминаю. Это было в Белоруссии. Очень теплая атмосфера. Но, конечно же, просили Катюшу. То, что им ближе. Да, они прослушали наш репертуар, всю программу. Похлопали, поблагодарили и просили Катюшу. Но на самом-то деле часто мы играем еще и на приходах, в разных храмах, перед храмами. И часто эти встречи очень радостно заканчиваются для прихожан, и мы потом вместе все обмениваемся телефонами, сближаемся, дружим. Поэтому разных возрастов абсолютно. А детские дома — это детишки вообще лет по 5, они... У вас, кстати, на канале был сюжет, как они кричат хором «Не унывай!». Так что все воспринимают эту весть о том, что уныние в сторону, очень радостно, и веселятся под эту песню. Уныние — грех. Да. В итоге. Ну, конечно же, у нас музыка, она необходима для того, чтобы, может, я повторюсь, в той программе это было, чтобы привлечь как раз внимание и между песнями рассказать о церкви, о Боге, о Христе. Ну или просто порадоваться, если это прихожане. Вот обычно мы играем на улицах тоже, около гостиного двора, на балконе гостиного двора, над метро. И очень много людей собирается. Правда, не всегда довольна нами милиция, полиция, но мы... Нарушаете, да? Нет, мы не нарушаем. Общественные... Все согласовано. Все согласовано. Да, все. Как только есть проблемы, мы сразу выключаем звук. А в основном проблем нету. И часто вот у Казанского собора у нас были такие концерты. И что замечательно, то что музыка, она как такое, наживка такая. Люди подходят и знакомятся потом. Они слышат, что-то о вере поется, начинают спрашивать. И вот на эту Пасху действительно у нас концерт был над метро гостиный двор, с балкона гостиного двора. И вот некоторые люди после этого начали воцерковляться. Нет, они пришли с балкона, а да. Внизу на площади вот после метро собралось много людей, ну несколько сотен. И наши ребята, вот это второй такой удар. Ребята-миссионеры, их было около 20 человек. Они ходили и, во-первых, раздавали буклеты, разговаривали с людьми, поздравляли всех с Пасхой Христовой. То есть
Вот мы еще об этом поговорим. А вот следующая ваша песня «Эти бедные селения». Угу. О чем она, вот вкратце? Вкратце песня на стихи Тютчева. Обычно мы перед исполнением задаем такой вопрос, чтобы отгадали, да, люди, кто автор. Ну вот еще из старого такого опыта в Северной Якутии сказали, что это народная якутская песня. Очень много вариантов, кто написал стихи к этой песне, эти бедные селения. Кого только не называют, помимо того, что это народная песня. Некрасов, и Есенин, и Пушкин, и Лермонтов. Вот. Но обычно, когда угадывают, мы дарим подарок нашим зрителям. Мы говорим, что аплодисменты весь зал вот этому человеку, который угадал. И он так чувствует, что он не просто это так... звездный час. Да-да-да. Но были случаи, с нами спорили. Доказывали, что это Есенин написал. Но... Драки не было, я думаю. Нет, но как-то... Человек вразумлялся потом. А вот как вы на улице появились? Почему так почувствовали, что вы нужны на улице? Знаете, вот... Импульс. Импульс из Евангелия. Господь говорит, что вы услышали
на ухо, то проповедуйте с кровель. Mm-hmm. Но это не единственное место в Писании, которое отсылают нас к активной миссии, проповеди. И наш святейший патриарх, я вот был осенью на съезде миссионерском в Москве, он об этом уже давно, можно сказать, даже вопиет, потому что ну, он говорил, что, к сожалению, эта работа у нас еще не настолько активна. И мы проигрываем в этом вопросе проповеди каким-то сектантам, протестантам, которые на самом деле с помощью и музыки тоже, и с помощью разговора чисто человеческого о Христе очень многих людей приводят в свои эти собрания. А вот почему-то православная церковь пока еще не развернулась в сторону активной миссии, но сейчас, слава Богу, меняется это состояние. У нас при молодежном отделе Александра Невской лавры епархии нашей создан добровольческий такой корпус, куда входят миссионеры. И мы с Алексеем вот ведем эти курсы для миссионеров, обучаем, как проповедовать Слово Божие и как привести человека вот к батюшкам, к нашим. Задача миссионера — это вот привести человека в храм. Ну, может, я тоже, сказать, тоже как, каким-то образом занимаюсь миссионерством через гитару и через эту передачу. У себя на храме я вообще поставил рядом с храмом эстраду. Вы можете, кстати, приехать ко мне туда, на храм святителя Василия Великого. И у нас у меня аппаратура есть, все. Спасибо за приглашение. Мы, кстати, ну, действительно участвовали вот в такой миссии на рок-фестивале. Когда вы играли... Ну, может, вы не знаете, сейчас такое открытие, откровение будет. Вот. Многие сказали: о, священник, о, еще играет, песня интересная. Ну, и как-то так заинтересовало. Вот мы реально ходили, раздавали буклеты, разговаривали с этими... Буклеты об исповеди. Да, об исповеди причастии, с этими рокерами там. Вот. И многие задумывались и реально спрашивали: вот скажи мне, я не крещенный. Вот честно скажи, что со мной будет, если я не буду, я останусь таким? Говоришь ему честно, он говорит: спасибо. То есть это среда такая, конечно же, ну, очень реактивная, можно сказать. Угу. И нету никаких барьеров. То есть человек тебе может в лицо сказать все, что угодно. Это как и на рок-фестивале, да, вот на этом был, так же и на улице. Но на самом деле многие люди благодарят за то, что они услышали что-то о Христе, может быть, в первый раз. И они спрашивают сначала: вы что, сектанты там? Ты говоришь: нет, это с православной церкви. Есть благословение там и отдела, и многих-многих там из прихода. Говорят: ой, спасибо большое. Где же вы раньше-то были? Вот, и вот это реальные слова ни одного человека. Вот за эти полтора года, да, наверное, то, что мы занимаемся, на больших каких-то мероприятиях. Вот привозили десницу Георгия Победоносца. Там мы тоже ходили с людьми, разговаривали. И реально вот в храме батюшки говорят, что люди приходили первый раз на исповедь. Так же, как и после буклетов, после раздачи. Просто некоторые батюшки нам опять же говорили, что ну вот пришли первый раз. Как то есть причина, это видно, да? Вы можете сказать, что вот видно ли человека, который первый раз приходит вот на исповедь или конечно, нет? Конечно, видно. Вот. И священник нас знакомый, он спрашивал: а почему вы пришли? Он говорит: ну, я стеснялся, и мне вот на улице дали буклет, там все написано, понятно, ну, как-то вот пришел. Барьер стирается. Вон, братья, пора уже нам еще песню послушать. Давайте послушаем ваше еще одно произведение, а потом уже передача подходит к концу. Go.
родился стынный Бетлехем. Слава Вышний и хвала Христу Царю, Вифлееме рожденному. Спаси Господи. Расскажите вот об этой песне. Песня очень интересная. Это древний латинский кант. Это слова святителя Григория, двоеслова. Ну, все знают литургии прежде священных даров. Угу. Вот как раз автор и этих стихов, и литургии один и тот же. Это вот святитель Григорий Двоеслов. Но, конечно же, музыка — это некая реконструкция. У нас есть и в акустическом варианте, под средневековье, ну и вот обработка такая более утяжеленная, что ли. Такая вот песня, реконструкция древнего христианского канта. Использованы все-таки мотивы какие-то древние, ну, мелодика, да? Да. Как раз очень хорошо на улице эту песню воспринимают, когда слушают, и потом такое очень радостная встреча происходит. Хотя это мы просим угадать латинский язык. Многие говорят, что греческий, может быть, даже один раз сербский, церковно-славянский кто-то сказал. Вот, но это латинский язык в оригинале. Спасибо, Господи. На этом, дорогие братья и сестры, наша передача заканчивается. С вами была группа «Атриум». И я, священник Анатолий Першин, Божий всем помощи и ангел-хранителя.